Всем привет! Сегодня мы будем готовить холодную закуску из лаваша с красной рыбкой. Это, в общем, одна из самых вкусных закусок, которая на праздничном столе просто незаменима. Никогда не остается. Так, нам понадобится армянский лаваш один тоненький. Чуть-чуть подровняем. Для того, чтобы лаваш нам скатать в рулетик, нам нужно, чтобы он стал мягкий. И как бы первый слой мы накладываем, я, честно говоря, знаю три варианта. Я буду делать с майонезом, еще очень вкусно сливочный сыр первым слоем положить. Такой, знаете, хороший, который в ванночках продается. Главное, чтобы он был теплым и хорошо размазывался. Либо сливочное масло можно такой комнатной температуры, чтобы оно мягкое было и хорошо размазывалось. Но я сейчас про самый простой вариант сделаю с майонезом. И сюда нам нужно добавить зеленую зелень свежую, либо укроп, либо петрушку. Я обычно укроп добавляю. Это, в общем, по вкусу. Вот такой соус у нас должен получиться. Пока майонез с укропчиком у нас настаивается, нам нужно красную рыбу. В данном случае я беру семгу соленую. Нужно нарезать ее тонкими ломтиками. Предварительно рыбку лучше немножко подморозить, так она будет пожестче, и ломтики у нас получатся потоньше. Нарезаем произвольно, в общем. Это не принципиально абсолютно. Вот такими дольками. Теперь промазываем лаваш соусом тоненько, равномерно. Лаваш чуть-чуть постоит, и он быстро пропитывается, становится мягким, таким податливым. Теперь на половину примерно лавашка нам нужно разложить нашу семгу. Укладываем произвольно. Ну, вот так примерно должно получиться. Теперь потихонечку рулетик сворачиваем. Ему нужно немножко дать постоять, чтобы он пропитался. Только после этого его разрезают на дольки, на тоненькие долечки. Пока перекладываем в пакетик и убираем в холодильник. Рулетик пропитался у нас уже. Теперь можно его нарезать, подавать на стол. Режем не тонко, а так вот где-то 1,5-2 сантиметра, чтобы рулетики не рассыпались. Так выкладываем на тарелочку. Вот такие красивые рыбные рулетики у нас получились. Они очень вкусные, поверьте, даже те, кто рыбу не любит, обязательно попробуют, и им понравится. Попробуйте сами приготовить, не разочаруйтесь. Всем спасибо, пока-пока.